Сломано. Начнем заново. Сломано. Тебе пора идти. Минуточку. Я тебя тут еще ни разу не видел. Только не говори, что ты удрал от орков. Я здесь проездом. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Ты явишься в течение 3 дней к Марику, предводителю наемников орков в Монтерии. Или тебе не сдобровать, ясно? Покажи мне свой товар. Как мне дойти до Монтеры? Если пойдешь по дороге на север, доберешься быстрее. Но на тебя наверняка нападут бандиты. Тебе лучше пойти по дороге на запад. Она, конечно, длиннее, зато безопаснее. Понятно. Начнем заново. Сломано.
Это не сработает. Нет. Стой. Ты у меня кровью захлебнешься. Там ничего нет. Начнем заново. Сломано. Начнем заново. Сломано. Невозможно.
Скажи ему! Больше ничего нет. Thank you.
тебя проткну! Сломано. Я тебя прикончу! Чем я могу тебе помочь? Свежая вода, новые инструменты, факелы? Если у тебя есть золото, ты можешь получить здесь все, чужеземец. Похоже, ты хочешь выпить, чужак. А кроме шнапса у тебя еще что-нибудь есть? Смотря что тебе нужно. И любая информация стоит 5 золотых. Впрочем, можем и поторговаться. Ну так что? Не мешай мне. Стоять! Отсюда исчезли ценные вещи. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. Вот об этом все. Сперва передохну. Теперь лучше оставь уходи. Оставь меня в покое. Что ты тут делаешь? Да вот решил передохнуть в этой хижине. Ей все равно никто уже не пользуется. Но думаю, я лучше пойду работать. Новая партия? Положи ее к остальным. Ты здесь кладовщик? Глупый вопрос. Ты ж сам видишь. Работа не сахар, скажу я тебе. Когда все идет хорошо, ни одна свинья не поинтересуется, что я делал целый день. Но горе, если чего-то нет. Они все просто с ума сходят. Тебе еще что-нибудь не хватает? Мне нужно 15 мешков пшеницы северно-зерновой фермы. И очень срочно. Как ты думаешь, что тут будет, если они не получат свой хлеб? Тебе еще что-нибудь нужно? Ты не поверишь, но мне нужно 5 бочонков молока с западной фермы. В самом деле? Да, я же говорил тебе, что работа не сахар. Еще какие-нибудь пожелания? Думаю, что это пока все, что мне нужно из товаров. Ах, ты меня успокоил. Почему бы тебе самому не притащить это дерьмо? Ты должен поддержать нас хоть немного. А кто сказал, что я хочу это делать? Ты сделаешь все правильно, я в этом уверен.
Если хочешь купить у меня оружие или научиться ковать, придется заплатить за это, Морро. Расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле. Ты... Говори, что тебе нужно? Все нормально? Работать на этого толстого орка Торека – чистейшее мучение. Заканчивай с этим. Может быть и так? Ты что, заблудился? Наверное, стражу у ворот крепости выставили неспроста. Да уж, конечно. Даже не думай войти в крепость просто так. Орки нападают во внутреннем дворе на любого, кого они не знают. То есть? То есть ты должен иметь заслуги перед городом, чтобы они считали тебя благонадежным. Только тогда ты сможешь свободно передвигаться среди них и разговаривать с их главарем. Все очень просто. Это мне знакомо. Кто ты? Я Марик. Я командир и инструктор наемников в Монтере. Если начнешь создавать здесь проблемы, то все претензии будут ко мне. И тогда пеняй на себя, понял? У тебя есть работа для меня? Для наемника здесь, в Монтере, всегда есть дело. Но для тебя у меня найдется совершенно особое задание. Твое лицо в городе незнакомо. И в этом твое преимущество. То есть как? Я могу использовать тебя против моих собственных людей, и ко мне не возникнет никаких претензий. Понимаю, я должен работать на тебя в качестве шпиона. Ха-ха, да брось! Или ты слишком хорош для такой работы, а? По-моему, у тебя нет другого выбора. Хорошо, я буду на тебя работать. Правильное решение. Тогда давай не будем терять времени. Один весьма невежливый наемник по имени Доминик считает, что я должен тебе представиться. Вот как? Он так сказал. Ну вот ты и здесь. Ты что-нибудь знаешь о Ксардосе? Да, он остановил войну и добился перемирия. И запрет рунной магии — это была хорошая мысль. Он умный человек. Я рад, что он не входит в число моих врагов. Хорошо, а в чем конкретно заключается работа шпиона? В последнее время в Монтерии на крестных фермах все чаще происходят странные вещи. Пропадают товары, исчезают рабы. Совершается нападение на фермеров и разные другие безобразия. Все это сильно попахивает повстанцами и изменой. Ты должен выяснить, на кого из моих людей я могу положиться, а на кого нет. В награду ты получишь золото и уважение, и сможешь учиться у меня боевым искусствам. Я пока подожду в своей хижине у западного входа в город. А как поживает Талачуга возле твоего дома? Та старая дощатая хибара? Если хочешь, можешь ей воспользоваться. Там уже давно никто не живет. Как мне проверить лояльность твоих людей? Не знаю. Беседуй с ними, работай за них, подружись с ними. Уж как ты это устроишь? Мне не важно, главное выполни. Я погляжу, что можно сделать. Ты научишь меня драться? К этому ты еще...
Так, где? К этому ты еще... К этому... Эта ленивая свинья все еще должна мне денег за свою ферму. Скажи ему, чтобы отдал тебе золото, а не то я ему голову оторву. Ясно? Конечно, почему нет? Похоже, ты любишь Ксардоса. Любишь? Слишком громко сказано. Для этого я слишком мало знаю о темном маге. Но мне нравится мысль о том, чтобы прекратить, наконец, вечную распри между орками и людьми. Видимо, Ксардос является ключом к этому. Он замышляет с орками что-то крупное. Это меня не успокаивает. Что бы о нем ни говорили, он, как и мы, всего лишь человек. Приветствую тебя, чужеземец. Почему ты пришел ко мне? Кто ты? Мое имя Собота. У меня почетное задание следить за дальнейшим существованием рабов в этом городе. Тебе нужна помощь? Помощь всегда необходима таким, как я, в этом городе. Как правило, здесь все хорошие воины. Это комнатные собачки Марика. Ни у кого не хватает мужества работать на себя. Как у тебя с этим, чужеземец? Марик тебе явно не друг. Нет, не совсем. Но пока наемники превосходят нас в числе, лучше идти на уступки, или будешь мертв. Что тебе нужно? Несмотря на мое пристальное наблюдение, два раба от меня все-таки улизнули. Я бы очень хотел вернуть их обратно. Я полагаю, что для такого сильного воина, как ты, это будет нетрудно. Тебе нужен человек с боевой мощью, чтобы вернуть одного чахлого раба? Ну да. Случай-то не совсем простой. Марик увел у меня раба прямо из-под носа и продал его одному из своих людей. Я знал, что тут какая-то загвоздка. Парня, которому сейчас принадлежит мой раб, зовут Дэн. Он гладиатор на арене. Понимаю. Расскажи мне о своих сбежавших рабах. Один из моих рабов работает на орка-кузнеца Торика. Марик назначил его к толстому орку уборщиком.